Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Начался опорос у свиноматки. Так, а ну свиноматка. Свиноматка у нас. А, он еще один только что вышел. Ага. Сейчас у нас тепло, градусов, наверное, 30 тут. Чем особо поросяткам внимания уделять не надо. Сейчас она ляжет, уляжется мама. И они потихоньку к ней расползаются. Я даже не буду мешать. Малыши самостоятельно. Свинка у нас обученная. Это уже далеко не первый ее опорос. Поэтому она сделает все сама. Ложись. Давай, ложись. Когда находишься рядом, она трошки нервничает. Хотя это не нервничает, это знаешь. Наоборот, ей хорошо, когда хозяева рядом. А гнездо делает, видите. По-своему это... Тихо, да шо? Ложитесь вон в кучу и поспите. Давай, ложись. Трошки не на ту сторону. Мы полюбляем раком лечь. Ну, поросятам, в принципе, еще пока ничего не надо. Они как бы могут просто поползать без мамы. Чтобы им поглядывать. Особо тут присутствия не надо. Скажем так, не принципиально. Некоторые тут легли неправильно, да? Алло. Есть еще один вышел. Че? Сейчас тепло, хорошо. Они он рождаясь даже особо себя не это самое. Даже не ищу там. Пока. Сейчас не наступил. Да, вот. Сейчас. Кстати, она быстро поросится. Минусы бывают обычно. Час там, полчаса, да? Да. В принципе, обсох бы и сам. Обтерся об опилки тут. Да, тепло. Раз мы тут рядом. Поможем. Да твои, твои. Да, да, переворачивайся на этот бок. Ты молодец. Да, да. Да, переворачивайся на этот бок. Мало того, что на улице хорошо, тепло. Еще опилки греют. Сейчас мы его, чтобы прочихался. Дышать начал. Да. Эх, хрюкает, значит, дышит. Свинка у нас уже ветеран. Она знает, как что делать. Реагирует на поросяток хорошо, на нас хорошо. Не кидается. Все, кто кидается, короче, все были отправлены на колбасу. И вы тоже, если свиноматок держите, старайтесь. Ну, короче, тех, которые проблемные, избавляться от них. Оставлять только специально обученных профессионалов. Вот примерно как эта свиноматка. Она сейчас сама всех
приведет, вот схватка пошла, ноги поехала, видишь, сейчас, по идее, должен появиться. 10 минут между схватками, это очень хорошо, это стремительные роды, можно сказать. А ну давай. Хаба, я же говорю, стремительные роды. Давай. Вот тут смотри, какая еще фигня. Нежелательно в нее вытягивать, там из нее все это. Само должно. Само должно отойти. Поэтому вы особо не расстраивайтесь. Вот зацените. Поросеныш родился. В принципе, если бы нас даже еще и не было, мы бы прозевали этот момент. Ничего плохого с ним не произошло. В холодное время желательно протереть, чтобы он сухой был и не мерз. А в летнее время не смертельно. Это с него сходит его чехол. Там как и все новое в этом, в целлофане, новая машина. Тут главное сразу с этого. С резетки поубирать чехол. Да. Да, резетка. Чтоб дышал. В эту. Еще схваточка идет. Маму не беспокойте, мама занята. Еще заметили мы какую вещь. Когда идет опорос, свинка, ну как скажем, она волнуется, может вставать, зависит еще от размеров, от характера. И в этот момент с наиболее вероятный шанс, допустим, что повредит кого-то. Постоянно даже переваживает с места на место. Ну, то есть может задавить, придавить. Наступить. Тем более, если свинья крупная, большой вес у нее, она особо не контролирует там это все. Ну, поэтому свиноматка средняя, да, вот это вот, видишь, как расплющиваю ее. Килограмм, наверное, я сейчас под 200, да? Может даже... Да нет, 200 есть. Ну, она сейчас сойдет, они ее выкачают. Через 4 недели будет велосипед. Да-да, они ее выкачают, будет велосипед. О, молочко есть. Хорошее. Молодец. Давай, пацан, чепляйся. Для того, чтобы ускорить. Ты самый крикливый, так давай. Покажи нижний. Нижний ряд, покажи нижний ряд. Куда? О, сейчас пойдем. Все нормально, не орите. Я не помню, ты что таких крикливых родила? Обычно у тебя слоны по барабану и все. Не спать. О, бачите, подбежила. Ничего, сейчас расчухмарится. Не очень удобно легла, ничего страшного. Она говорит, сюда перейди. Сделаешь, она следующий свой переход. Перебегла. Если честно, можно этого всего не... Как бы ей тут не благоустраивать, она сама разберется. Ну, раз уж мы зашли, увидели, трошки поможем, да? Да. Ждемся. Я думаю, минут 10 и будет опять схватка. Так, схватка началась. Держи, опачки. Все появление на свет. Слепись нас. Ты чего? Хорош, хорош, все хорош. Все у тебя хорош, молодец. Хорош. Кто там такая крикливая? Под физиономией. А? Под лицом. Да, на сиськи перевести, я там буду орать. Сейчас у тебя вытрем, сейчас, пацан. Пятнистый, восьмой. Пятнистый пацан. Или девка, сейчас на ним. Девка. Слышь ты, пятнистый девка, лысый и пятнистый.
Это Петрена подобный будет. Башка большой. Сейчас ты пойдешь до своих братьев и сестер. Давай. Сейчас у лапы вправятся. Быстро она поросится. Вот это хорошо. Считается нормальным время опорости 2-2,5 часа. 20 минут поросенок. Ну, от 10 до 20 минут. Грубо говоря, получается 8 поросят, считается 2,5 часа. Ну, а в принципе, вот 8 уже опоросилось. Но я так подозреваю, что это еще не все, потому что еще не было ни места, ничего. Потому как обычно место выходит, как получается. Тошки легла, она так по-городски. Место обычно выходит за 2-3 подхода, бывает за 4. И вот, когда уже место выходит, может еще даже после двух кусков места выйти и поросенок, и два. У нас было, помнишь, там последний был опорос, что мы уже пришли, часов 6 или 8 прошло, местовое собирать, раз поросенок пришел. Живой, по-моему, все было нормально. По-моему, вот этот последний раз, когда был. Не помню точно. Либо предпоследний. Яичко. Ты давай там не отдыхай, еще надо там их всех допоросить. Я понимаю, что 8 это для тебя молодец. Но надо еще штук 4, лучше 6. Для хозяев мало. Да не, нормально. Сколько будет, столько будет. Все будет наше. Точнее, на месяц, на ближайший. А потом будем на нашем. Давай не засыпай, работай. Жарко, видите, он весь мокрый. Хорошо, сейчас у нас температура должна, по-моему, 32-35 градуса для малышей. Угу. Должно быть жарко. При этом они вот, что я замечаю, когда холодно, они начинают сбиваться в ямку. То ли она им там, то ли они сами. Они чувствуют, где тепло, я так понимаю, зарываются. И вот все в кучке собьются в ямку. Ну, там прямо нагреют себя так, что аж закипать начинают. В общем, глубокая подстилка плюсует. И мне рассказывал там этот фельдшер недоделан. Вот на мягком поле они не могут встать. У них лапы проваливаются. Вот смотрите на задние лапы вот у Дурбецова. Опять что-то идет. Должно муж. Не масхват. В общем, прекрасно они себе встают, он упирается, достает, все у него работает. А то он как начал тут рассказывать, что пороситься на этом ей неудобно, а ей что? Улеглась, все, все пределы, а она спит. Ну эти чурбаны бегают. Во-первых, так и трудозатрат меньше по содержанию, не надо чистить там постоянно в ванной купаться их. И по этому самому хорошо. Поросятки в чистоте, говна не нюхавшие, легкие не спаленные этим аммиаком. Ну так же? Да. Я же говорю, при этом в тепле. В тепле постоянно. Что говорить? Ну вот, опорос уже закончился, поросятки спят, зацените, вот сын уже присосался. В общем, 11 поросяток у нас стандартных, и один масенький малипус, наверное, будет выбракован. Дива. А тут дыва. Да эти два присоски. Ну что? Не ведь. Это вообще бизнес. Неудачный. Маленький. Кривенький. По-хорошему его, конечно, убрать. Дадим шанс им выжить. Дадим.
Ну, думаю, у него без вариантов. Положил сюда, так и лежит. А жаль, тут кэп. Ничего страшного. Легла она плохо. Если бы она развернулась, было бы замечательно. Я, наверное, закрою форточку. Вентиляцию. Это тоже форточка. И вот эту закрою. Вообще будет хорошо. Сейчас я на эти стенки ложатся с яичками. Да фиг я знаю, зачем он это делает. Он этот поцарапался, как дурачок. И вон того, тоже с пента. Ну, не страшно. Ну, все будем, наверное, закрутиться. Посмотрим завтра, послезавтра, как пойдут у них дела. В общем, 11. Нормальных, один, конечно, такой полупокерный. Сейчас найдешь, может, он надыбает сиську. И будет жить. Не будем мешать, пусть мама дрыхнет. Будем уходить. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Пусть ваши поросятки растут, не болеют. И будет прирост как можно больше. Всего доброго. Всего доброго.